Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И мы с вами продолжаем наиважнейший плейлист «Практический курс чтения и произношения». Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. Мы с вами разбираем закрытый слог, букву «и». Мы с вами разбирали, что она читается как «э», краткое «э». «Bad». Не путаем со словом «bad», где мы широко открываем рот и энергично отпускаем челюсть вниз. «Bad». Это просто bad, bad. Итак, в чем задание? Задача прочесть транскрипцию правильно. Это наиважнейшее упражнение. Также, кто может написать слово и перевести. Ну, кто может, опять же. Самое главное, хотя бы транскрипцию прочесть. Итак, читаем. Leg. Нога. Текст. Текст. Tell. Сказать. Bend. Сгинать. Bet. Держать пари. Если вот это слово, это совершенно другое слово. Здесь звук «э». Получается «bat». Мы с вами разбирались, что это «бита» или «летучая мышь». «Bat». Это просто bet, кратко. Далее. Chest. Грудь. Chest. Desk. Письменный стол. End. Конец. Send. Посылать. Let. Позволять. Well. Хорошо. Get. Получать. Итак, давайте еще раз смотрим на транскрипцию и читаем. Leg. Text. Tell. Bend. Bet. Chest. Desk. End. Send. Let. Well. Get. Далее. Ten. Можно так, да, но если про описание, то это ten. Так, ten, 10. Help. Помогать, помощь. Rest. Отдых. Ну, мы с вами разбираем основное значение. Rest. Red. Красный. И те слова, которые мы с вами проходили. Red. Красный. West. Запад. Net. Сетка, сеть, net. Далее читаем. Помним, что это звонкий звук the, the. И получается them. Им. Them. Blend. Смешивать, смесь. Trend. Trend. Далее. Shed. Сарай. Проливать. Belt. Ремень. Left. Слева. Итак, читаем еще раз транскрипцию для уверенности. Получается ten. Help. Rest. Red. West. Net. Them. Blend. Trend. Shed. Belt. Left. Далее. Fresh.
свежий. Далее help, помощь, помогать. Значит, если это слово уже было, то поправьте help. Далее pen, ручка. Pen. Далее. Да, я вижу, это слово уже было. Значит, давайте его заменим на другое слово. Вот мне пришло в голову. Вот, заменить вот на это слово. Я думаю, вы будете не против. Давайте сами напишем транскрипцию. Я сейчас сам напишу транскрипцию. И вот заменим вот на это слово. Чтобы у нас не было одного и того же. Вот так напишем, да. Давайте прочтем теперь, как это читается. Chess. Chess. Это шахматы. Chess. Значит, двойное S читается как S. Получается chess. Шахматы. Далее. Видите, далее. Next. Так переводится. Далее. Next. Web. Паутина. Сеть. Red. Значит, опять же, забираем те слова, которые мы с вами проходили. Если это слово было, опять же, поправьте. Red. Далее. Shelf. Полка. Shelf. Далее. Тест. Тест. Wet. Мокрый. Wet. Then. Затем, потом, then. Rent. Вот действительно, мне кажется, слово уже было. Давайте заменим red на другое слово. Вот на это. Давайте сами это сделаем. Send. Это вторая форма от глагола send. Send, то есть отправил. Rent. Арендная плата. Снимать или сдавать в аренду. Rent. Далее. When. Когда. When. Читаем. Еще раз. Fresh. Chess. Pen. Next. Web. Send. Shelf. Test. Wet. Then. Rent. When. Итак, смотрим далее. Так, читаем транскрипцию. Получается spend. Тратить. Hell. Ad. Self. Some. Set. Ставить, устанавливать. Ben. Так, что-то я пока не могу вспомнить, честно, что это за слово. Ben. Потому что если по правилам, точно не вот это слово, потому что тогда это нужно вспомнить. Ben. Ben. Это Ben. Может, какой-то здесь не хватает символа? Давайте пока пропустим. Может, у вас есть какие-то идеи? Просто если так, Ben, что-то такого слова не припомню. Наверное, здесь имеется в виду сгинать. Было ли у нас это слово сгинать? Давайте посмотрим. Было. Ну, давайте тогда для простоты сделаем... Значит, поправьте, если действительно есть какое-то слово, Ben, из тех, что мы с вами разбирали. Если нет, давайте тогда упростим и добавим t. И получается вторая форма глагола bend, сгинать, и получается как раз это слово bend,
bend. Далее, tend, иметь тенденцию, lend, одалживать, pepper, перец, pepper. Мы с вами знаем, что на конце читается как слабое «э». Pepper, pepper. Далее, check, check, звук «ч», check, проверять, sell, продавать, deck, палуба, pet, питомец, домашнее животное, pet. Давайте еще раз для уверенности прочтем. Получается spend, hell, self, set, bend, tend, lend, pepper, check, sell, deck, pet. Отлично. И здесь еще также читаем flesh, плоть, best. Ну, правильно вы знаете, не the best, не the best, а the best, the best, только the best, звонкое the best, лучший, nest, гнездо, step, шаг и jet, реактивный самолет. Итак, повторяем. Значит, у нас получается flash, best, nest, step, jet. Значит, друзья мои, отлично. Мы с вами интенсивно прорабатываем. И далее у нас будет с вами еще одно наиважнейшее задание, где вы будете сами читать и также воспроизводить транскрипцию, опять же, в рамках нашего плейлиста. Thank you.